Люди многие думают, что это какой-то дар. Это вообще тема. Это очень круто. Но если вы хотите эксклюзив, мы можем так сказать. Да, мы и есть Бузова. Нас и так все знают. На каких-то других каналах. Из трех букв? Мы, по-моему, вообще никогда никому не платили. Когда был Мигель, у нас был шок. В 17-й. Мне пришлось позвать импровизаторов на телеканал, на котором я работаю. Если Snoop Dogg придет, это будет плохо. Ну, по-честному, было же, да, что-то. Мне сумасшедший, у нас неплохой вкус. Это мешает творчеству. Это упущение. В это воскресенье вы узнаете все секреты импровизации вместе со мной, Николаем Тисенко и Просека Шоу. Мы будем в шоу «Тет-а-тет с Марусей», хотя нас будет больше, чем двое. Вам это понравится? Не переключайтесь. В это воскресенье вместе с Марусей «Тет-а-тет» будет Просека Шоу. Не переключайтесь. Привет. Меня зовут Илья Шлашов, я из команды Просека Шоу, и в это воскресенье мы с Марусей тет-а-тет пообщались. Вы приходите, посмотрите, как это было. Было довольно мило, информативно, местами забавно. Можете даже прослезиться, но это если вы слишком чувственные. Все, бегите смотреть. Пока.